В Лениногорске огнеборцы спасли хозяина горящей квартиры. Инцидент произошел на первом этаже дома по улице Менделеева ранним утром. К приезду пожарных из окон помещения валил густой дым, однако в подъезде задымления не наблюдалось. Проникнув внутрь помещения через окно, они вывели пострадавшего хозяина квартиры. Мужчину передали медикам, его госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести. Огонь удалось потушить за несколько минут. В результате пожара сгорел сервант и вещи на площади 2 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.